Троллейбус по первому маршруту. Больше не будет перевозить тамбовчан. Отменены и другие маршруты, по которым электротранспорт ходил в южную часть города. На участке от МЖК и до улицы Интернациональной их заменят новые газомоторные автобусы. Так что передвигаться горожане смогут с еще большим комфортом, заверили в Тамбов-Гортрансе. Такие изменения вызваны плачевным состоянием троллейбусов, а также контактных линий, износ которых, по данным специалистов, составляет порядка 7. Прошлый год был инфицирован 52 порыва на контактных сетях. Сейчас в распоряжении Тамбов-Гортранса 57 современных автобусов, а в октябре парк пополнит еще на 6 единиц. Мы используем новые автобусы. 20 евро 5 с использованием кондиционеров в салоне подходит. Поэтому в части экологического состояние автобуса даже лучше, чем автобуса. У микрофона была Надежда Петухова. Отличного дня и такого же настроения.